Сегодня появились новые подробности в деле о пожарах и взрывах в городе Абадан в Туркменистане. МИД страны называет информацию о многочисленных жертвах и разрушениях тенденциозной и несоответствующей действительности. Власти страны по-прежнему утверждают, что в городе, который расположен всего в 20 километрах от столицы, горел склад пиротехники. Эти 40 секунд – фактически единственное видеосвидетельство трагедии, произошедшей 7 июля. Больше никаких фактических доказательств слов очевидцев и правозащитников. А они утверждают, взорвался склад боеприпасов, жертв не меньше 200, в том числе дети, очень много раненых, разрушена школа, рынок, дома. Ликвидацией последствий занимаются военные. Иностранных журналистов в страну пускают очень избирательно. Мы попытались выяснить, в каком ключе о взрывах рассказывают на главном туркменском телеканале. Канале страны Алтын-Асыр. Но ни в день трагедии, ни днем после о ней не было сказано ни слова. Лишь 9 июля в информационной телепрограмме «Ватан», что означает «Родина», объявили, в Абадане прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и решено приступить к восстановлению систем жизнеобеспечения. Такая вот туркменская пиротехника.